обычно. Есть много, о чем можно подумать, размышлять. Тоже заметил, что пальцы начали холодеть. Не знаю, может быть, из-за того, что прохладно, может быть, это как-то с физикой связано. Ну, это тоже интересное занятие, вот, особенно та часть, когда идет активация, когда такие ощущения бывают. А когда с закрытыми глазами стоял голос слышал, такое тоже промотание было. А вот сейчас молодого человека услышал, по-моему, это его был голос, у меня в голове. Да, вот я не знаю, вот когда вот энергия работает, пошло. Вот такое промотание, вот, прерывисто было, потому что он сейчас послушал. Интересно. Меня зовут Андрей. Долгое время занимаюсь единоборствами. В частности, в последнее время специализировался на занятиях боксом, тайским боксом. Сам являюсь мастером спорта по боксу, кандидатом мастера спорта по кикбоксингу. И большую часть, так скажем, своей сознательной жизни я посвятил именно единоборствам, рингу, будем так говорить. В какой-то период времени пришло осознание, что есть, кроме динамики, боксерской, еще что-то. И так получилось, что уехал в Индию и познакомился с восточными техниками, медитативными техниками, дыхательными техниками, техниками, так скажем, ослабления напряжения, достаточно статичными техниками. Очень хороший получился эффект от этих занятий внутреннего для внутреннего успокоения. И по ряду обстоятельств вот оказался в Москве, познакомился со старым Владимиром Витальевичем и познакомился еще с одной техникой, которая, на мой взгляд, очень искусно, умело сочетает в себе и динамичные вещи, касающиеся единоборств, и медитативно-дыхательные техники, которые позволяют расслабиться, позволяют, так скажем, влиться в поток социальной жизни, внешней жизни, городской жизни. И при их применении, при внутреннем их применении, не только на занятиях, на тренировках, но и, так скажем, повседневной жизни, это позволяет, так скажем, не вовлекаться в какие-то стрессовые ситуации и все время держать внутреннее такое расслабленное состояние. А с позиции энергетики там какие-то ощущения на себе были? Что касается энергетических ощущений, на себе больше ощущений стало именно внутренних органов, а ощущение именно движения мысли, энергии движения мысли, то есть насколько задействовано, так скажем, вот эта связь между головой, внутренними органами, вот, и именно вот это вот ощущение прослеживается, четкая связь, эти вот как бы каналы, будем так называть, энергетические, которые связывают, так скажем, нашу мозговую деятельность и деятельность, соответственно, внутренних органов и нашего тела. Очень, я считаю, эффективно. Здесь все можно проследить и понаблюдать за собой, направить в нужное направление, скажем, энергию. А с позиции применения внутреннего во внешних направлениях, допустим, боевых искусств, там, да, вот сочетание? Я считаю, что классические школы практически любого вида единоборств страдают тем, что мало уделяют внимания именно вот этим вот техникам. Я считаю, показатели, даже спортивные показатели в традиционных видах единоборств были бы гораздо выше, если бы акцент делался в большей степени именно на внутреннюю проработку, на проработку всех энергий в начале и в сочетании с внешним проявлением именно внутренней энергии на внешние условия.